жана ошондой эле Кутман Уланов. Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем свой эфир из города Чолпан-Ата. Продолжаем турнир WF Global 13, который проходит в селе Бахту-Долонту в ипподроме. И у нас второй бой, второй поединок в весовой категории 66 килограммов. В красном углу наш соотечественник Уланов Кутман и его соперник из Казахстана Самат Сагындык. Кстати, он сейчас в данное время выходит на октагон. Давайте немножко расскажем о Самате Сагындыке. Рост 177 сантиметров. Является многократным чемпионом по боям без правил, мастер спорта по боям без правил. Провел один профессиональный бой, в котором одержал победу. Клуб Самата Сагындыка является клуб «Гладиатор», тренер Наримчан Мусаев. Ему всего лишь 19 лет, несмотря на такой юный возраст, он уже выступает на топовом турнире WF Global. Ну что ж, все-таки давайте понаблюдаем, сумеет ли молодой Самат Сагындыков что-то преподнести, что-то противопоставить против нашего именитого бойца. Давайте расскажем о нашем бойце, о нашем соотечественнике Кутман Уланов. Является победителем WF Selection 15, WF Pro Fight 50, WF Pro Fight 59, многократный чемпион, многократный победитель турниров по боям без правил, является мастером спорта по боксу, клуб фитнес ММА, тренер Назарбек. 22 года нашему соотечественнику, и, конечно, в данном поединке, я бы сказал, является фаворитом, потому что все-таки нужно учесть тот момент, что у нашего бойца три победы в трех боях, поэтому да и опыта у него побольше, так что можно сказать, что наш соотечественник является фаворитом сегодняшнего поединка. Также хотелось бы отметить, что Кутман Уланов является мастером спорта по боксу, то есть база у него бокс, так что ждем очень яркого поединка именно в стойке от обеих бойцов. В стойке бойцы, конечно, очень хороши, это всегда вызывает определенные эмоции у зрителей, у любителей смешанных единоборств, поэтому нас ждет огромный такой грамотный, красивый бой именно в стойке. Итак, мы сейчас в ожидании, вот выходит боец из Казахстана, Самат Сагындык, его уже в октагоне ждет наш соотечественник. Короткое резюме перед боем, конечно, и уже через несколько мгновений мы с вами уже начнем этот поединок. Знаете, коллега, я думаю, знаете, по большей части этот поединок пройдет именно в стойке. Как вы думаете? Азыр мушкерлер менен таанышалабы, анан кийин сөз кылабыз. Мына биздин мекендешибиз Кутман Уланов. Азыр Кайрат Мусаев таанышып жаткан жүрү. Победитель WF Pro Fight 50, победитель WF Pro Fight 59, профессиональный рекорд, 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи, мастер спорта по боям без правил, мастер спорта по боксу, команда фитнес ММА, тренер Джилилов Дуиша. Встречаем Улана! Кутман! И
соперник в синем углу. Весовой категории 66 килограмм, рост 177 сантиметров. Ему 19 лет. Многократный чемпион по боям без правил. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд. Одна победа, 0 поражений и 0 ничьи. Команда «Гладиатор», Казахстан. Тренер Сандык Самат! Нормальный мекендештер, Аралаш Мушташ өнерінің германдары ошо етіп на екінші джуб беттеш алдында тұрады. Есіңіздер үйсалы өтілі веф 61 глобал 13 көнере. Азыр 66 килограмм салмақ чен бірдегенде Самат Сағындық көк бұрыштан шыққан көк кемчен қазақстандық мұшкер анын атандаш әлбетті мекендеші өсімна Құтман Уланов. Ал веф профайт 59 турнирінде өзінің күчін сынап көрделі. Жақын дәлі олған ашып кетсе бір 20 күнде ол қалды. Нарын шарында даушыл Құтман Уланов анда атандашын игілікті ұтып на глобалда беттешкенге мүмкіншілік алды. Қырғыз мұшкерлерінің деңгейлі қанымкеде өз отатты сек болады. Анкені мұна глобалда ұшынтып ұламдан ұлам жаш мұшкерлер. Азыр Қазақстандық мұна Самат Сағындық тейкдаун менен Құтман Улановты мына жерге жатқырып алды. Бирок албетте Құтман жаш экенине карабастан бир топ азыр тажрыйба чогултуп калган. Бул абалдан кутулуп чыгып кеткенге аракет кылыш керек, бутун түздөш керек. Жок, мындайдан өтө кооптуу, муунту ыкмасына түшүп калды. Ой, Азамат Құтман Уланов мына азыр бир кыймыл аракет менен ошентип Самат Сагындыкты жерге жаткырып алды. Чындыгында жаш дегенибиз Құтман Уланов 22 жашка чыгып калды, Самат Сагындык 19. Бирок ушул бир топ тажрыйбасы бар мушкерлер бир болгондуктан өзүн активдүүрөөк алып атат. Албетте булар 66 килограмм салмак чейин бирдигинде, андыктан булардан биз активдүү динамикалуу беттешти гана күтөбүз. Ошондой көрүнүш орун алууда. Бокс боюнча спорттун чебери Кутман Уланов аны азыр жаңы эле мына тейкдаунга чейин байкадыңыздар. Ушул каршы эпкинден кирип келе жатканда бет маңдайга чекени көздөй бир сокку узатты дагы, андан кийин казакстандык мушкер кирип келип атат. Ал эрежеси уруш боюнча спорттун чебери. Мына ушул спортто өтө көп учурлар кездешет. Кайсыл спорттун базасы болсоң, азыр муунту ыкмасы колдонуп жаткандай абал өтө кооптуу. Кутман Уланов үчүн бирок кандай керемет мына чыныгы партердеги кооз ыкмалардын бирин ишке ашырды. Мына эми биз Кутман Улановдун аракеттерине сыймыктанып турган учурубуз. Да, да, очень красивый бой сейчас показывают нам бойцы. Видно, все-таки проявляется база бокса у Уланова Кутмана. Все-таки вот, когда проходит Самат Сагындык, он мог, в принципе, и коленом отработать. Нет, он все-таки по большей части руками стойка, обратно перевод в партер, тейкдаун в исполнении казахстанского бойца. Ну, что сказать, оно и понятно. Базовый боксер, конечно, Кутман Уланов дает сейчас своему сопернику перевести бой в партер. Все-таки казахстанский боец, он более разносторонний, универсальный. Они, конечно, оба универсальны, но в том плане то, что база у Улана, Уланова Кутмана, конечно, бокс, и по большей части он надеется на руки. Так, сейчас в маунт пытается уйти, так, обрабатывает корпус. Пока что такого тяжелого гранд-эд паунда мы не видим. Прижимает сейчас своего соперника. Так, удар локтем, конечно, запрещены, да-да-да. Это все-таки, не будем забывать, это не бои без правил, это ММА. Так, гранд-эд паунд. Ой-ой-ой-ой. Так, попытка сейчас пройти обратно в партер не принесла свои плоды. Ох, какой кросс, какой кросс. Правый прямой кросс сейчас прям в точку попал. Так, удар коленом по корпусу. И так, еще раз колено. Неплохая попытка. Так, перевод в партер. Обратно сейчас переходят именно борьбу оба бойца. Ну что ж, очень динамичный бой. Пытается сейчас что-то придумать наш соотечественник Кутман. Так, удобное положение в маунте. Так, пытается забрать ногу, но нет. Не дает ему казахстанский боец. Прижимает за голову. Пытается его, так сказать, взять на треугольник. Ну, конечно, из такого положения провести треугольник очень сложно, но тем не менее. Попытка не пытка. Так. Очень вальяжно действуют оба бойца. Очень мало защищаются. В открытую, в наглую действуют, я бы сказал. И, знаете, это может аукнуться обеим бойцам, потому что нужно всегда думать о защите, особенно в партере, когда против тебя в маунте действует соперник. Так, активные действия, ждем сейчас. Так, думаю, нужно уже все-таки перевести бой именно в стойку, потому что сейчас в партере пока что оба бойца особых сильных навыков, хороших навыков грэпплинга не показывают, поэтому
эти бойцы должны показать все-таки именно бой, именно на ногах. Итак, ждем, конечно, судью. Если активных действий не будет, он, конечно, переведет бой обратно в стойку. Так, пытается сейчас взять его голову в контроль, в замок. Но нет, не удается, не отдает сейчас. Из положения маунта Уланов Кутман. Так, обрабатывает корпус, пробивает колотушки. Ну, сейчас так, попытка взять руку. Так, нет, нет, все-таки решил все-таки Кутман Уланов перейти в свою стихию. То есть именно бой на ногах, бой в стойке. Так, какой удар коленом. Как тайский боксер сейчас пробивал именно по корпусу. И так, боковой удар, тычки, вот эти боковые удары, вот эти хуки проходят. Прямой кросс в исполнении Уланова Кутмана. Кутман Уланов сейчас неплохо действует. Пытается сейчас нащупать свой ритм, свой темп. Так, ой-ой-ой, размен. Отличный удар сбоку, с правого. Удар правой рукой очень неплохо прошел. Все-таки чувствуется, что Кутман Уланов, что он боксер, что у него руки очень хорошо поставлены. Видно это, видно невооруженным глазом. Ошон үчүн мына буга чейинкисинде Кутман Уланов атайын өзү ордунан туруп атаандашына жерден туруп мына ушул туруп абалында же болбосо жалпак тил менен айтканда мына стойкада беттешкенге чакырды. Чындыгында алар бири бирине бир нече кубаттуу соккуларды узатты. Айрыкча Кутман Уланов Азамат бир нече ирет соккулары таамай казакстандык Самат Сагындыктын ошол баш сөөгүн көзү узатылып алар таамай тийди деп айтсак болот. 1.77 м бул казакстандык мушкердин боюнун узундугу, ал эми 1.78 м бул Кутман Уланов. Андыктан эки мушкер тең боюнун узундугу боюнча бири биринен өзгөчө айырмаланбайт. Жана ошондой эле Назарбек аттуу агайдын шакирти Кутман Уланов болсо, Нариман Мусаевди Нариман Мусаев ушул Самат Сагындыкты машыктырып келет. Казакстандын Гладиатор спорт клубунун өкүлү. Ал учурда Кутман Уланов на фитнес ММА клубунда машыгат. Азырына секундант Кутман Улановго кандайдыр бир кеңештерди деле көп берген жок. Мына кыска-кыска гана түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат. Эң башкысы физикалык жактан жакшылап даярдап жаткан учуру. Биринчи раунд өтө динамикалуу болду. Андыктан экинчи бөлүккө жакшылап даярданып чыга турган болсо, ушул эле темпте уланта турган болсо, ага ийгилик жылмайып калаарынан эч кандай шек жок. Октагондо секундантарды таштап кетиши керек. Мына жер бир аз суу болуп калды, андыктан аны тазалап койбосо керек учурда бутун тайып кетип жеңил узасын тартып алышын толук ыктымал. Жана экинчи 5 мүнөттүк башталды. Кутман Уланов менен Самат Сагындыктын ортосунда ортолук бөлүктө мына Кутман Уланов ээлеп атат. Ал биринчи номер менен иштейт, андан эч кандай шек жок. Ал учурда албетте биз Самат Сагындыктын деле мына ушул туруп абалында Кутманга теңелгиси келип атканын байкабыз. Бирок чыныгы мушкер менен мына бокстун түздөн түз өкүлү менен ушул стойкада эрегишпеш керек. Алар өтө кооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан колдон келсе казакстандык мушкер көрөк мына партерде иштесе болмок. Мына жаңы эле айтып аткан мен казакстандык мушкерге туруп абалында Кутман Улановго теңелбеш керек деп. Жыйынтыгында ал мен айтканымды кылган жок. Азырында ашып кетсе биздин 1.5-2 м жаныбызда бул эки мушкер беттешип жаткан учуру. Мына азыр сол колу менен соккулар партерге жаткыруп алып ийгилик жарата албады. Азыр мына чыныгы жамбаш аралаш тизе деп айтабызбы, мына ошол ыкманы колдонуп дагы бир тейкдаун менен жерге жаткырып атат. Бирок Кутман Уланов чындыгында партерге караганда туруп турган учурда көбүрөөк өзүнүн күчүн көрсөтүп аткандай. Да, да, ну и понятно, да, Кутман Уланов очень неплохо действует в стойке. Мы видели, какой нокдаун он сейчас провел, да и тем более вот, ой-ой-ой, так, очень интересный сейчас зацеп был внешней стороной стопы, и так, очень неплохо сейчас пытался и взял боковой контроль, но вот все-таки добить соперника Кутман Уланов не смог. Сейчас Агындык Самат, боец из Казахстана, пытается выйти в маунт, сейчас прижимает его, сейчас в замок пытается взять треугольник. Так, треугольник, так, выдержит ли Самат Сагындык, так, ждем. Очень волевой боец, видно, что казахстанский боец очень неплохо терпит, неплохо чувствует соперника, потому что, несмотря на то, что уже треугольник был взят около 10-15 секунд, он до сих пор держится. А все, уважаемые телезрители, все. Так, Сагындык Самат проигрывает удушающим треугольником нашему бойцу Кутману Уланову. Очень
Красивый бой, очень красивый бой. Азамат Кутман Уланов на өзінің чыныгы күчін ұшыл жерден көрсетті. Стойкада өте мықты бенттешті өткөрділі. Аны менен қошо, бірақ игілікке мына ұшыл үш бұрыштық, үш үлтік үш бұрыштық қойқымасы менен азыр женішке е олды. Биринчи беттештен на экинчи беттеш кооз чыкты деп айтсак болот. Демек мына ушул темп менен биз кете турган болсок, эми уламдан улам кызыктуу беттештер көрө отуруп, эң акырында биздин негизги супер таймаш болуп эсептелген бул биздин дагы бир мекендешибиз Нурлан Токтобакиев, ошондой эле Махмут Абдыкадыровдун ортосунда болот. Азыр болсо расмий чечимди угуп алалы. Кутман Уланов на ошентип Wave Pro Fight 59 турнирінде жеңишке ээ болгон болсо, ортодон бир гана турнирди өткөрүп, кайрадан Wave 61 Pro Fight 13 турнирінде жеңишке ээ болуп атат. Азамат Мушкер келечеги өтө кенен, азырынча жеңилүү узасын тартып эле, буга чейин 3 жеңиш болсо, азыр кызы менен мына 4-үнчү жеңишин камсыз кылды. Ну что ж, уважаемые телезрители, вот так очень неплохо продолжается турнир WF Global 13. У нашей команды, я бы сказал, у наших спортсменов, у наших бойцов уже две победы подряд. Будем надеяться, что такое положение не изменится, что наши бойцы будут добиваться